Клиника ВГМУ, созданная при Витебском государственном медуниверситете, учреждение, прочно зарекомендовавшее себя на рынке медицинских услуг. Высококвалифицированные специалисты опираются в своей работе на применение современных мировых технологий. Отделение пластической хирургии и косметологии клиники ВГМУ – одно из самых востребованных и единственное специализированное отделение пластической хирургии и косметологии в Витебске и Витебской области. И его реконструкция дает еще больше возможностей для обслуживания пациентов на самом высочайшем уровне. Клиника ВГМУ создана 10 марта 2003 года при Витебском государственном медицинском университете. Здесь консультируют ведущие доценты и профессора медицинского университета. Проводятся медицинские осмотры, работает качественная клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, стоматологический кабинет. С 2007 года открыто и успешно функционирует отделение пластической хирургии и косметологии. Благодаря проведенной модернизации сотрудники отделения пластической хирургии и косметологии выполняют широкий спектр пластических эстетических операций в современных, оборудованных по самым высоким медицинским стандартам операционных на новом технологичном оборудовании, в том числе с применением лазерных методик, технологий для лечения заболеваний вен нижних конечностей. Варикозная болезнь нижних конечностей является распространенным заболеванием. Это настоящий бич современности. По статистике, каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина страдают той или иной формой варикозной болезни нижних конечностей. К сожалению, с каждым годом болезнь молодеет. В отделении пластической хирургии и косметологии клиники ВГМУ применяются современные методы диагностики и лечения варикозной болезни. Одним из направлений развития отделения пластической хирургии и косметологии клиники ВГМУ является направление флебологии. В отделении можно получить консультацию врача-специалиста, врача-флеболога, провести ультразвуковое исследование сосудов. Именно ультразвуковое исследование сосудов является золотым стандартом диагностики венозной патологии на данный момент времени. Значит, в зависимости от установленного диагноза, стадии и формы заболевания и вырабатывается план дальнейшего лечения. При ранних стадиях развития варикозной болезни мы используем консервативные методы лечения. Одним из таких методов является склеротерапия. Это безоперационный метод удаления варикозно-расширенных вен. В случае показаний для оперативного лечения мы выбираем вид и объем этого вмешательства. Но одним из новых современных методов лечения, который применяется в клинике ВГМУ, является эндовенозная лазерная коагуляция вен и мини-флебоктомия. Почему мы выбираем этот метод и почему его любят пациенты? Потому что они переносят его хорошо, они могут уйти после операции в течение одного часа и находиться в домашних условиях. Они практически не используют обезболивающие препараты в течение первых суток. И легче протекает реабилитация в сравнении с открытой обычной флебоктомией. В послеоперационном периоде пациенты приходят к нам на перевязки в удобное для пациента время, в клинику ВГМУ. Мы проводим контрольно-ультразвуковое исследование и контрольный осмотр врача. В настоящее время каждый пациент с венозной патологией может получить высококвалифицированную медицинскую помощь в клинике ВГМУ. Клиника ВГМУ – это надежный помощник вашему здоровью. Попасть на прием к специалисту и получить квалифицированную медицинскую помощь можно по адресу: город Витебск, проспект Победы, 20. Сосновый бор, живописный берег реки, окрестности с уникальной историей. И все это из окна вашей квартиры. Причем квартиры, построенные по эталонам самых современных технологий, из-за чего проживание в ней максимально комфортно, удобно и безопасно. Это реально? Общество с ограниченной ответственностью ВТП, компания по строительству качественно нового жилья в Беларуси, сделала это реальностью, предлагая квартиры в новом монолитном пятиэтажном 40-квартирном жилом доме в поселке Лужесна Мазаловского сельсовета Витебского района. Поселок с городскими привилегиями. Здесь имеются все возможности для качественной жизни. Магазины, аптека, почта, аграрный колледж Витебской государственной академии ветеринарной медицины, Лужеснянская базовая школа, детский сад, Витебское кадетское училище,
на территории которого находится спортивный комплекс, удивительной красоты дендропарк Лужеснянского сельскохозяйственного техникума, памятник природы областного значения. Технологии, внедренные при строительстве монолитного 40-квартирного дома в Лужесно, имеют ряд преимуществ. Все квартиры в нашем доме повышенных потребительских качеств. В них сочетается как идеальная гладкость поверхности внутренних цементно-стружечных плит, так и высокие тепло- и звукоизоляционные свойства наружных пенополистирольных плит. Все это позволяет покупателям существенно уменьшить расходы как по внутренней отделке помещений, так и по утеплению наружных стен дома. Неоспоримым плюсом наших квартир является повышенная теплоизоляция. В нашем доме отсутствуют мостики холода. Это такие элементы конструкции дома, которые обладают повышенной теплопроводимостью и зачастую являются причиной возникновения плесени, конденсата, сырости и увеличением затрат на отопление. Так вот, в нашем доме их нет. А улучшение характеристик звукоизоляции мы постарались добиться как конструктивными решениями, то есть погашением звуковой волны при прохождении через многослойные ограждающие конструкции, так и укладкой полифлекса толщиной 10 мм по всей площади пола и укладкой минераловатной плиты по периметру помещения. Помимо повышенной тепло- и звукоизоляции, у нашего дома есть еще ряд преимуществ, которые касаются внутренней отделки помещений. К ней вы можете приступить практически сразу, как только получите ключи. Дело в том, что наш дом не дает усадки, поскольку нагрузка на стены осуществляется равномерно, ни трещин, ни деформации быть не может. Плюс еще ко всему это наличие внутренних цементно-стружечных плит. Во-первых, они очень гладкие, что существенно сэкономит ваши средства при их отделке. Ну и во-вторых, мы можем избежать опять же тех же пресловутых трещин либо деформаций стены. Еще существенный плюс в том, что внутри можно осуществлять любую перепланировку квартиры, поскольку стены здесь не являются несущими. Балконы же в нашем доме напоминают веранды. И по форме, и по размеру они отличаются от уже привычных нам. Дело в том, что площадь их составляет 6, а в некоторых квартирах целых 7 квадратных метров, что позволяет владельцам не только устроить здесь летнюю столовую, но и организовать места для хранения, тем самым освободив площадь жилых комнат от шкафов и комодов. А приобрести квартиры в нашем доме вы можете, заключив договор с обществом с ограниченной ответственностью ВТП и полностью оплатив квартиру, либо оплатив 50% заключить рассрочку от застройщика от 6 месяцев до 2 лет, а также воспользовавшись кредитными программами различных банков. Став владельцем квартиры в Лужесно, вы получите городской комфорт в чистой природной зоне, на берегу реки, вдали от шума и интенсивного движения городского транспорта. По вопросам приобретения квартиры в новом доме в поселке Лужесно Витебского района обращайтесь в общество с ограниченной ответственностью ВТП по телефону 66 41 47. Дополнительная информация на сайте vtp.by.